Первый визит Филиппа VI в Каталонию после того, как Верховный суд Испании приговорил бывших региональных лидеров-сепаратистов к тюремному заключению. Королевская семья прибыла для участия в ежегодной церемонии вручения молодым специалистам премии фонда принцессы Жиронской. Визит проходит при усиленных мерах безопасности. В автономии монарху рады не все. Сторонники независимости вооружились кастрюлями и сковородками и вышли на манифестацию ко дворцу конгрессов в Жироне. Мы не принимаем монархию, которую навязал стране диктатор. Я имею в виду Франко, фашиста. На испанском престоле до сих пор его выбор. Здесь республика, а не монархия. Я против того, чтобы король-иностранец приезжал в Барселону. 2 года назад генералитет провозгласил независимость Республики Каталония после референдума о самоопределении автономии. Тогда же Филипп VI обвинил региональное правительство в посягательстве на демократию и единство страны.